Всем здорово, народ! С вами Алекс Диего, игра Dead Cells. Так получилось, что мне тут, не можете себе поверить, подписчик игру подарил. Говорит, поиграй ему, игра интересная, но... Я знаю, что игра интересная, я проходил сам. Еще когда она только вышла в ранний доступ в 2017 году. И буквально в начале этого года тоже перепроходил, когда она полностью завершилась. Ну и вот, говорит, ну... Подарил, поиграй, чё? Давно вопрос. Игра, в принципе, интересная, она мне понравилась. Наверное, рассказывать что-то про игру особо смысла-то нет. Он для рубки. Боже, у меня были проблемы. О, тут диалогов больше добавили. Так, что ещё? Оружие! В общем, игра про чё? Про галик? О! А тот самый безголовый парень, который повсюду шныряет. Что такое проглотил язык? Ах, да, точно, языка нет. Ну, должно быть странно это восстать из мертвых. То есть... Ты же заметил, да? Умереть больше не получится. Я не очень-то понимаю, как это работает. Но ты не первый, с кем это случилось, если тебе интересно. Да, типа, где кто еще-то? И, в общем, в 17-м году вместо этой бабы был мужик-рыцарь с мечом. И он умер первым там. Так, тут у нас есть вот. Кстати, дополнительная ячейка есть. Прикольно. Типа лук, щит, оружие. Тут типа еще. Ай! Надо уворачиваться от противников. Вот, из них получается падают такие вот сферы, которые тратятся на улучшение, на прокачку оружия. И всего такого. Также здесь секрет Акуйма. Если нашел, то молодец, не нашел, но ничего страшного. Игра так таковая на время. Тут все время надо идти вперед быстрее. Убирать золото. Вон там всякие ништячки, плюшки. По мере прохождения игры находишь кучу оружия. Ай, уворачивайся! Вот, и выпала наша различная фигня, которая... Черт, чуть не шибанул меня. В общем, выпадают чертежи оружия, которые можно по прохождению локации там у кузнеца вроде как, или как его зовут, я уж точно не помню, получить. Вот такие штуки, в них находятся улучшения, можно прокачать тебе либо брутальность, которая повысит наш урон. Фиолетовый урон — это урон от тактического оружия и просто повысит живучесть. Конечно, я по урону обычно шел все время. Ну и попервой, спешить мне пока некуда. Некогда, некуда. У меня в руках, в принципе, я бомж. Так что надо идти. Так, исследовать пока. О, сундук нашел. В таких сундуках лежит обычно оружие. Головешка. Берем место. Лука. Полезная штука, в принципе, горит. Периодический урон. Небольшая дистанция, но ничего страшного. Можно применить. Найти применение. Вот, например, вот такое. Бьет сквозь защиту. Плюс урон огня стакается. Вверху, вот, если можно заметить.
по карте. Есть красная зона. Это зона магазина. Тут есть магазины, в которых можно купить как оружие, вот так и всякие вещи для тактики. Что-то типа... Также вот есть вот такие места. Сюжетные. Слышно стоны. Кто не отвечает? Уходи оттуда, уродец. Оставь меня в покое. О, с нами поделились едой. То есть, как мы поняли из первого диалога, здесь никто не может умереть нынче. Вот, также есть такие вот двери, которые можно что-либо купить. Ну, главное уворачиваться. Больше силы, богу силы. Так, мне надо 3000. Там капкан продается. По мне так, капкан это вообще самая крутая штука в этой игре. Ать, увернулся. Отлично. Вороты наше все. Вот и наше все. Так. Тут у нас куда-то делся звук игры к чертям. Чтобы он деться. Проверим. О. Звук должен быть. А, из-за того, что или наушники, я переключил звук, он такой не работать. Да, мы по-быстрому перезапустим игру. Чтобы вернуть звук на место. О, звук вернулся. Отлично. Продолжаем. О, на том же месте, где и остановились. Также надо убавить звук игры, в принципе. Вернее, звук наушников, пока я не оглох чертям. Так, вот у нас тропа обреченных. Но мы же еще не все исследовали здесь. Тропа обреченных — это следующая локация, ведущая. Тут получается только 4 локации, 5 боссов. За каждого убитого босса дается определенная способность, которая помогает проходить игру дальше. А че я пошел пешком, можно было через телепорт шибануться. Ну ладно. Что-то я не подумал немножко своей головой. Так. О, отлично. Самое интересное в этой игре — это что? Много различного оружия. Тут много механик, тактик. Можно через много что играть. Так, вот, видите, росток. О, пощекотать. Щика. Не растет нифига, не смешно ему. Это в дальнейшем мы когда убьем одного из главарей. С него выпадет как раз таки усилитель, позволяющий этим росточкам расти выше.
А сейчас нам... О. А что такое? А, это за... Вот, типа... Во, вот как сделали. Раньше было по-другому. Прикольно. И вот он как раз коллекционер, наверное. Посмотрите, кто пришел. Я коллекционер, и, пожалуй, более приличной компании здесь внизу не найти. Приноси мне клетки врагов в обмен на это, я побуду у тебя всякой полезной мелочи. Если тебе по пути попадется чертеж, приноси его мне, я покажу тебе кое-какие экспериментальные образцы. Вот, и первое, что мы сделаем, это фляжка. Хлебное зелье. Ну, кровавый клинок. Одна из самых полезных штук в этой игре. Ну. Урона больше, плюс еще и накладывает кровотечение на врагов. Здравствуйте, уважаемый узник. Вот, есть также... Я так рад, что нашел вонючую свалку трупов. Да, это мои трупы. Даже не знаю, сколько здесь всего можно найти. Вот, есть мутации. Мутации, это типа небольшие бафы. На каждого врага убитого рукопашной атаки. 70 секунд после убийства врага. Уменьшает время становления навыков на 3 после каждого врага убитого без применения. Останавливает. Уменьшает время установления навыков за каждое успешное парирование. Один раз спасает от безвременной смерти, нельзя выбросить. Плюс 50% УЗ, еда больше не исцеляет, уровень зараженности увеличится на 6. Тут появился какой-то еще уровень зараженности. Давайте это возьмем. И они изменили навыки, мутации. Приятно, что после того, как игра вышла, они продолжали ее обновлять. Вот это. О! Achievements. Так. Все секретки помним. Вот это еще классная пушка. Кинжал ассасина. В принципе, имеете. Впервые нашли секретную зону. Да, только этого попасть не могу, потому что я еще не умею лазить по стенам. Тараканы эти. Бомба. В этой локации. Вот эти уроды самые вредные противники. Клинок ассасина, он. Вот еще закрытая локация пока что. Для этого надо как бы уметь бить землю. Блин, это я получаю лишку немного. Так, еще не забывать надо кидать свои бомбы, которые у меня, естественно, есть, которыми я не пользуюсь. А. Забираем. Пиво, больше силы, больше урона. Самое бесили меня всю игру. Это вот эти уроды, блин. Потому что... А, тут что у нас? Магазин. И несколько ударов. 10 последовательных ударов, блин, охренеть. Чё так дорого-то? Мы телепортируемся. Сейчас надо посмотреть. Раньше были
Выбираем щит, бомбу ледяную, ясно дело. Скажи мне этот щит. Так, вот тут секретка с тремя дверьми, за которой лежит лук. Тут, типа, есть три ключа на этой локации, которые позволят взять эту секретку. Есть вот такие же усилители, только с выбором из двух. Либо сила, либо хп. Сила. Ай, ты шайтан! Он тот урод, он телепортируется. Все из-за вот этой хрени, она не дает им умирать, блин. Так, что тут у нас? Да, видимо, они убрали фигню с дверьми и оставили ее после локации. То есть, когда локацию пройдешь. Что там снизу? А. Как локацию проходишь? Если пробежал быстро, там будет. О! Щелкунчик. Носит критический удар, если цель глушена заморожена или обездвижена. Типа можно урон выше моего. Также оружие, видите, имеет несколько разделений, то есть и хилится урон так от силы и от жизни. Не. Не нравится мне. Да, они, видимо, убрали все-таки двери на скорость. Оставили их в конце миссии. Вот статуя. Статуя короля острова. Да, да, да. Как он что-то в ней видел. Все задаются этим вопросом. И тут мы сейчас как раз-таки найдем это чертову лозу. Надо будет убить его. О, да, у него тут. Так, вот он, рунная лоза. Теперь мы можем щекотать руны. Руны, блядь. Лозы. Руны. Щекотать лозы. И они будут расти. Можем теперь попадать в те места, которые раньше не могли. И так скочишь себе потихоньку, скочишь. Убиваешь противников. Ай. А что? Чё? Кто меня туда толкнул? Роды взрывают меня. Так, хилиться. Не та кнопка. Все, взорвали к чертям его. Чё тут ходишь? Отдай мне свои деньги. Промазал. У меня много пассивного горения. Ну, это у моего чувака. Я, конечно, тоже горю время от времени. Пассивно. Забрать жизни. Лифт, я тебя обратно. Вот это место, в которое не могу сейчас пройти, потому что я не умею прыгать по стенам. Также, кстати, тут если скидывать мужиков, по-моему, с... Тут, в общем, можно кувырки делать даже в воздухе.
Главное иметь прямые... О! Главное иметь прямые руки. Также вот чёточки, минус 5 получаем урона. Урон на снарядов уменьшается на 75%. И новое оружие. А, блин. Пшу в жопу. А, тут есть оружие, оно делится еще на ранги. Электрическая плеть, 100 урона дополнительно. Там наведение ближайших врагов носит сквозь щиты. Дает еще плюс одну тактику. А у вас максимальное количество здоровья, умирая, жертва горят. Заменим урона намного выше, чем аж, естественно. Так, а я активировал? А, ну теперь не надо их активировать, да? Как было это раньше. Ага, это тоже пользовать не могу, потому что я только начал играть. Понятненько. О, еще что-то у нас. Похоже, в последнее время колодец не использовался. Вроде бы глубокий. Да. Там внизу что-то есть. Разрыв. Разрыватель связок. Давай, давай, давай возьмем. Узник. Узник номер 545. Ран не видно. Должно быть, умер от голода. Похоже... Подняться наверх ему не удалось. Как и мне, в принципе, сейчас не удастся. А, или удастся. Удалось. Тоннель обрушился. Судя по следам на стенке, его выкопали небольшим инструментом. А тут такие вот небольшие интересные рассказы еще. Всякие ловушки, фигушки. Вот, чем хорош этот бич? Он бьет на расстояние. Еще и автонаводится. И можно бить также скрытые секретки в стенах, потому что он наводится автоматически. Это его преимущество. Просто идешь, машешь во все стороны, а вось попадешь. Так, вот видите, тут также у нас есть дополнительная локация, в которую мы попасть не можем, потому что тут есть телепорт, которого мы не умеем активировать. Так, поехали. Так, смотрим. Вот там раньше лежала какая-нибудь вкуснятина. Мы добрались до темных тюремных башен. Локацию, которую я почти все время ненавижу. Ну-ка, ну-ка, кто это у нас тут? Да, все, я же, чё ты? Право ассасина. Значит, критический удар, если атаковать врага со спины. Пару клеток не хватило. Так, также можно добавить себе мутацию. Так, вот тут... Блин. Можно пополнить свою фляжку. Фляжка тоже у нас прокачивается. Со временем покупаешь их, становится там 2 уровня, 3 уровня. Текущее время 14 минут. Игра для того, чтобы делать спидраны. Там прям сделаны под это. Жалко, у меня мало... Капкан нужен. Чтобы убить босса, нужен капкан. Че это за фигня? Ом, такой не было. Вечная руна разблокирует особый режим.
Вот так работает разрезатель связок, кидаешь его на пол, вот там он делает свои дела. Вот, тут есть вот эти вот уродцы, которые атакуют сквозь все и вся, блин. Чёрт! Можно, конечно, отключить, чтобы не падать в пропасть при перекате. Отключить эту возможность, что персонаж не будет перекатываться, если стоит рядом с пропастью. Но это же неинтересно, да? Это же неинтересно. Хотя падать в яму тоже неинтересно. Фу. Так. Ач. Укатились. Ну, пока что навыки не совсем у меня просраны. Конечно, все плохо, но не настолько, как могло бы быть. Так. О! Ай-а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 й. Так, вот у нас новый амулетик. Блин, ну кого ж? Пасть сейчас свою открыл. Собака. Так, что у нас есть? А, наш амулет дает силу. А это что? Собирает и золотые клетки. Собирает золотые клетки на любом расстоянии. Полезная штука. Надо оборачиваться назад, а урон я и так повышу. Ох, я его затоптал. А. Есть тут такая штука, называется переработка. Преобразование. Да, преобразование, если быть точнее. Так, еще урона поднимем. Так, телепортируемся обратно. Урона мало не бывает в этой игре. Ну, по крайней мере, у каждого своя тактика прохождения этой игры. Я вот люблю вкладываться в дамаг. Типа эффект стеклянной пушки. Когда дамага до хрена, а жизни ни хрена. Так. Вот там лежит цветочек от сердца и от почек. Это ключ к какому-то замку где-то. Крыса летающая. А, ну и есть эффекты, распространяются на воду. Прикольно сделано. То если враг стоит в воде, вот черный мост. Там находится главарь данной части игры. Также здесь есть вот улучшение. Больше урона. Раньше, по-моему, на этом почти заканчивалась локация. Была только одна секретка. А тут немножко изменили. Это все, видимо, дело. Хотя... Нет, по-моему, особо не меняли, да? Нет, так-то. Локация стала просторнее. Прикольно. О!
стреляет мне в спину. А, неплохо. О, сундучище. Что даешь? А, бомбу. Я пусть будет связка рез, блин. Да. Телепортироваться я не могу, потому что еще рано. Придется тебе пешочком подниматься наверх. Тратить драгоценное время на то, чтобы ползти. Потому что телепорта здесь такого рядом не имеется. О! Молодая девушка. Узник. 6541. Она что-то сжимает в руке. О, чёточки. В золотом или три отравляют врагов, которые вас ранят. Ноуп. Получать по морде в принципе не есть гуд. Поэтому, скажем, такой штуки нет. Поднимем силу, здоровье, тактику. Пусть будет тактика. Три тактики, три хпшеньки. Ну, кстати, до определенного уровня. И потом перестает особо подниматься. А вот это вот хп. Или урон. До определенного уровня сбора. О. Агас. Что тут у нас есть? Тоник. Хрень. Длинная граната. Что говорят, после отскакивания враг старает таивание. Тан-та-та-тан. Почему бы не взять? Потратим деньги. Мариновать их, что ли? Так. Потому что мне пригодится. На убийстве говоря. Ну как сказать говоря. Особо сильного монстра. Дурак, блин. Проверим, есть ли та секретка, которая тут была. Да, есть. Флешка. Так, ну и все, и теперь всем лежать обботает ОМОН, блин. Запрыгнул через стену. Все, теперь идем на черный мост. Где там он был? Черный мост. Ну, по-моему, с этой локации выход только один. Эх, времени ровно было на 4 секунды задержаться. В общем, вот что бывает, когда ты выполняешь эти условия. Веточки тебе даются на халяву. Также выбор дается. Две ледяные бомбы. Что может быть круче, да? Так, теперь у нас достаточно много клеток. Мутация поддержка. Так, ну и что у нас тут? Запас золота. Переработка поможет бабло подкачивать. И исцеляние будем качать. Бум. Нет. Хотя у меня есть переработка. По мутациям. Мутация, мутация. Я не могу ее взять.
Слепая вера. То улучшает время восстановления навыков. Фигня. Ну да, комбинация, вот это. Мне больше, в принципе, взять нечего. Сейчас посмотрим, насколько я могуч. Разгоняя стоя куч. О, конец. Минутка спокойствия. О, привратник. Ай, надо было прыгать. Есть, кстати, ачивка, то, что убить его без... Эй! Мри, а! Вот он. Начинает еще как имбецил прыгать. Ранит меня. А самое неприятное, когда он прыгает с вот этим щитом на нем. Вот этим атакующим. А, эта штука, от нее не увернуться. Ха-ха-ха-ха! Лошара! О, ему анимацию смерти добавили. Так. Вот это... Какая-то фигня, не помню, что она дает. Что ты даешь? Вещь народа может открыть... Питание. Это, блин. Так, а не то. Надо ли мне? Да нет. Это заберем. Это работаем, переработаем. Ну, мой бич. Бич-хлыст. Все равно получше будет. Пятнадцать минут. И надо... Да. Привет, милость, добро пожаловать. Я живым, ну, живым. Ты знаешь, о чем я. Я кузнец. Работаю вместе с соседом, коллекционером. В обмен на клетки я могу улучшить твое снаряжение. Так, ладно. Конечно, все здорово, но мне надо... Че, вкачать... Вот эту хрень. Так, сейчас будет у нас кучка трупов. Забавно, все они напоминают меня. Ой, да, это ты и есть. А, применить. Здоровье восстановлено. Деревня на сваях. Самое муторное место, ненавижу его. Все время при прохождении старался обходить его стороной. Потому что тут есть всякие неприятные личности. Вот эти особенно, ненавижу их. Да чтоб тебя, ты не попал-то в ней. О, ты за именно этой хрени, ненавижу. С своими бочонками дурацкими. Идите нахрен! Да, я пошел за сундуком, ничего меня не остановит. Что произошло? Отстаньте от меня. Раньше, по-моему, они просто разлагались на эти хрени. Не было такого, чтобы
Ненавижу их. Самые бесячие уроды. Раньше они вроде просто разлетались на много мелких этих червей. Лыст? Или бомба? Разобрать. О, да, тут такая адовая адуля происходит, блин. Так. Я там ключ. Ключ нам нужен. Их всех валить. Валить, валить, еще раз валить. Ключ найден. Чтобы пройти дальше, нужен ключ, который я с любезностью только что достал. Так, ну, катимся колечком, колясиком. Тут чё, блин? Тварь живучая. О, это чё за хрень? Так, походи пока здесь. Ага. А как попасть туда? Как-то так. О. Так, ну дамага мне не хватает что-то. Преследуют меня все уроды. Хрен от них отвяжешься. Так, ну и что там у нас по деньгам? А это. О. Капкан. Всё. Самая лучшая вещь в этой игре, блин. По моему мнению. Ну, по крайней мере, самая полезная. Куда у меня урон делся? Урон. Так-то, в принципе, приличный урон, если на то пошло. Ледяная бомба. Давайте возьмем. Эту сдадим на металловом. Лучше их всех мочить, блин. Клетки лишними никогда не будут. Так, там что-то интересное, но... Чё урон? Валим всех на своём ходу. А ушки такие ещё... Забавные, понятно. Шипы на стене или еще какая-нибудь хрень. Ударил меня в спину. Подними мне много хп.
Тут еще. Тут есть магазины, в которых расположен повар, да. 15% здоровья, 50% здоровья. Также можно заполнить бутылек за 32,5 тысячи. Да, все равно успел выстрелить. А тут я залезть пока что не могу. Могу, конечно, с другой стороны. Нет, тоже не могу. Так. Несколько одинаковых обращений. Все они заверены печатью короля. Добрый гражданин, те, кто ведет себя странно или подает признаки болезни, немедленно сообщайте в ближайший патруль. Течение быть не может. Под одним из обращений что-то нацарапано. Тех, кто значит всех. А да, то есть... О. Я, кстати, так и не разобрался, что это за дверь, даже когда я проходил первый раз. Если кто знает... Хотя можно на Вики почитать, в принципе. Не думаю, что там есть... Нет ничего-то. Вон, все уже давным-давно всем известно. Так. Больше урона. Сундук. Вот, как я и говорил, если их скидывать. Это такая штука. Интересная. Я не хочу ее пока трогать. Она дает хорошие вещи, но накладывает проклятие. Ты должен, типа, не удариться 8 раз там. Или около того. И получить урон. А так как у меня тут конец уровня, мне как бы... Не хочу. Не хочу, не буду, не заставите. Так, вот, я такие... Получил много урона. Так. Ук, переработка. Но мне надо копить на... Случайное оружие ближнего боя. Отличная штука. У меня есть два. Что, во что бы я мог их вложить? Давайте вложим случайный лук. Эй, ты! Я работаю на кузнеца. Могу починить снаряжение подешевле. На самом деле меня здесь быть не должно. Пусть это между нами, ладно? Так, ну давай, сколько у тебя есть? Так, вот тут можно модификации на оружие вешать. Ну, вернее, не мешать, а менять их. Перековать модификацию. Так, 100%, если враг отравлен, умирает, жертва становится ядовитое облако. Увеличивает скорость на 5 после убийства врага. Заморожен. Отравляет врага, умирает, жертва оставляет. Нормально. Можно представить, как таким инструментом можно перековать гранату или лук. Халтура, а не геймдизайн. Да. А, смешно. Так, восстановили здоровье. Погнали в часовую башню. Тут, по-моему, главарь, который... Сложный, как говно мамонта, блин. Так. Лестница своеобразная.
Да. Сложно это место. Часовая башня. Умри, мразь! Ненавижу вот того мужика. Я тут большинство врагов ненавижу. Тут еще ловушки всякие пойдут. Разные, несуразные. Ну и, естественно, из названия «Часовая башня» мне надо лезть на самый верх. Выше, выше, выше. О! О! Хорошо, что была анимация стука в дверь. Вот там какой-то главарь. И пожалуйста. Так. Что дает? Урон от снарядов мешается, удары сверху вниз поджигают землю. Дает две силы. Не могу отказаться от двух сил халявных. Так, ну и мне надо бы поднять еще здоровье. Все скляночки поразбивал. Магазин. Мегамед, отличная штука, прям... Печательная. Так, а что у меня по урону по моему? Ну, пока что у меня самая сильная пушка на деревне. Снегомет позволяет замораживать противников вблизи. Это как дополнительная, блин, тактика стана. Что может быть круче дополнительного стана? Еще один дополнительный стан. Аска, блин. Да. Урон она получал. Клеточки. Там поднимаюсь неизвестно куда, блин, все выше и выше и выше и выше. А, все, отлично, я взял ключ. А теперь все ниже, ниже, ниже и ниже. Давайте сюда. Там вроде есть проход или нету? Не, нету. И вот тут надо собирать ключи, чтобы пройти дальше. Из одной башни в другую башню. Или тут надо найти всего один ключ, я не помню. Так, клетка, вернись ко мне. Как так, а? Смотри. Главное еще прыгать вовремя, чтобы на шипы башкой не наткнуться. То ловушки не такие, как бы, вроде бы простецкая, но ты такой прыгаешь куда-нибудь там, или как я вон полез за той фигней и натыкаешься на них головой, блин. И ты такой думаешь, ну как я так быть смогу? О! Пила. Черт, продамажился.
Хотя, в принципе, это не так полезно открывать эту дичь. Эктор, дичь на барабане. Мне туда не надо. Я ж не собираюсь аннигилировать всех и каждого на этой карте. Да. Может, там в какой-то последовательности надо в них стучать? Может, что-то дозначить? Ты как это, блин. Пытаешься искать смысл там, где его нет. Так, магазин. Круто. О, это куда меня приведет? Что за место? О, тут это. Тяжелее для меня. Они великоваты, не смогу ими пользоваться. А, мечи. Мечи будто бы плавают в воздухе. Когда я прикасаюсь к ним, ложатся в руки, как влитые. Мне нравится. Не нравится мне это место, ну да. Потому что это мечи, говоря, блядь. Опять это чувство, будто я плыву в воздухе, все вокруг ускоряется и замедляется одновременно. Так и укачать можно, да, вон там супер меч классный же. Ну, наконец-то хоть что-то интересное. Прикольно. Лучник. Так. Лук пехотинца. А, сила. Сила. Так. Сундук. И часе. Двойные клинки. Ну прям урона соблазняет меня. А давайте возьмем. Блин, а урона просто много и мне неохота терять. Только урона. Пойдем теперь направо. Ну, чем хорош? А, мне показывают, куда мне идти надо. А я такой, уйти, куда идти? Зачем идти? Понятно. Ключ не от этой двери. Еще один проход. Я люблю исследовать местность. Ну, тут целая куча у меня арбалетов. Да, только током не убить. Больше силы. Еще больше силы. Ага. И вот он, говорит. Ну, пожелайте мне ни пуха, ни пера, ибо сейчас я сдохну.
О, да, там луков целая куча. Или запасы золота. Не, ладно, пусть будет случайный лук. Хотя, чтобы иметь много случайных луков. Обломки всякого оружия и брони. Некоторые из них выглядят знакомыми. Конечно. Так. После оттаяния враг страдает кровотечение, умирают жертвы, горят. Пораженные враги будут оттаивать медленнее. Здоровья нет. Плюс 15 из мертвых появляются кусаки. Плюс 15% урона. Пусть будет это, ладно. Умирая жертву горят, пускай стрел перед вами. Критические удары плюс 20% урона. Умирая, жертва оставляет ядовитое облако. И враг горит, бросает гранату. Никто. Критические удары. Ну ладно, пусть будет это. Хрен с вами. Так, все деньги на это потратил. Так, что у меня в принципе, у меня есть чем убить эту тваря. У меня есть замораживающая бомба, и шипы у меня есть. Но я чувствую, что я сейчас насосу. Хранительница времени. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Иди сюда, смотри, тут ловушка есть. А, сейчас тут время. Иди сюда, иди. А, тварь. Нет. Нет! Да ты что, тебя? Прась! Все, я умер, да? Да? Отлично! А, нет, не отлично, у него еще. А, все, он свалил. Я убил ее! Убил ее! Охренеть! Метательный нож. Метательный нож. Вызывает кровотечение, самоведение в ближнем бою, жертвы кровотечения вызывает кровотечение у других врагов поблизости. Брать. Наносит 1000 урона, плюс 50, если враг заморожен, истекает кровью. Берем. Так-то это. Я бодро иду. Я думаю, я сольюсь где-нибудь еще в рыбацком замке. Ну да, пройти без урона. Здорово, мужик. Токель, да. Открыто еще 5 предметов. А, ты издеваешься надо мной. Давайте запас золота прокачаем на будущее. А, блин, я забыл, что я фляжку прокачал.
так я там чуть с ближним уроном и не отхватил от нее королевских люлей. О, обувь оставьте на коврике у двери. Прикольное достижение. Так, он что-то все еще переведено. Так, Арховец. Понятно. Урон поднять или хпшеньки? А ладно, пусть будет урон. Этнер расчищали в спешке, выглядит ненадежно. Ай, не та кнопка. Так, запылившаяся старая сумка, кто-то оставил ее здесь очень давно. Куриная лапка. Этот лаз очень узкий. Да, правда, что ребенок. Переходим. Похоже на пыточную, не правда ли? Уже крут. Ключ от замка. Булава, убьешь меня. Станет меня. Зачем я сюда пришел? Выход. Тут ничего нету, что ли? Вообще. Кристаллик. Секретонька какая-то была небольшая, вкусная. Нет! 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 Станет меня тварь! Как ты урона не получил? Самому не верится. Так. Я тут был, мед и вампил. Пол сам текло в рот, не попало. Пошел вон. Начал там уже присказки из руссконародных сказок говорить. Просто по мне так градус игры повышается просто. Приходится реагировать быстрее, чем делал это до этого. Ах! Черти, блин! Да, надо было еще кинуть в них. Живучесть поднимем. Так, ну пойдемте проникнем. Тут все зелено теперь, да?
Ух! Офигеть, блин! О, хавка. Шо, вон, хрен знает, кто ты есть. О, тут кто-то прикованный. Ставший деревом. Хм. Просто я не помню раньше такие интересные места. Ужас, ужас, ужас. Ужас. Всё быстро. Так. Блин. Музыка с барабанами круто сочетается. Добавляет драйвы к игре. А нет меня. Синяя комната. Пойдемте. Тут у нас была какая-то алхимическая лаборатория. Офигеть, он там след прожег, блин, в камне. А я хотел вернуться. Я хотел быть птичкою, чтобы летать. Все, отлично. Так, тут ничего нет. А тут есть мужик. Ха-ха, не ожидал. Я увернулся, да? Шоу вон. Ключ от замка номер 3. Ключ от сейфа, где деньги лежат. Или может быть там спрятана порнушка? Нет! Охреневшая комиссия по встречам, я вам скажу. Вот уроды, блин. Так, умер. Так, тут я был. Там магазин. Может, тут еду продают? Оружие. Пять секунд. А, ну одинаковое время, смысла никакого. Замораживает жертв. Урон такой же. Течение умираешь. Да, в принципе, разницы никакой. Жалко, что здесь не столовая. Но хилок осталось мало. Сходим направо.
Тут надо ломать пол, а мы этого не умеем. Тут прыгать по стенам надо, мы этого тоже не умеем. Ничего не умеем. Отсюда мы пришли. Хорошо. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Блин. Надо в зеленую комнату обратно идти или в синюю, да? Уж там я ни одного телепорта не нашел. Пойдемте через зеленую, вернемся обратно. Так. Хорошо, хоть тут есть телепорты. Теперь понимаю, для чего они нужны. И вот он, телепорт, отлично. Там какой-то злобный мужик стоит. Так. Показывает невидимых врагов. Два дополнительных прыжка в воздухе. Удары сверху и снизу бежают напалмом. Немножко урона понизим. При моем количестве вообще дамага, блин. Очень трудно что-то повлиять двумя единицами. Да, потом. Блин, если есть поджог, напалм, это круто. Ага. Ну и все, остается идти налево. Забираем, забираем. Туда мы попасть не можем. А раз не можем, то и пытаться не стоит. Тронный зал. Тронный зал, тронный зал. Ой. Труп мой на копья нанизал. Так, 60 без урона. Не было такого у меня. Так. Ну давайте помелче чем-нибудь качнем. Какие-нибудь луки, да? Или поддержку. Что я смогу? Лук пехотинца. Какуто. Отмеченный враг получает плюс 702 урона в течение 20 секунд. Если враг умирает, метка переходит на другого. Замедляет врага на 3 секунды, носит критические удары по целям в воде или в напалме. А давайте лук Хакута. Конечно, попервой лучше качать предметы, которые стоят дешево. Чтобы открыть другие вещи. А куда нам торопиться? Мы собираемся умереть в тронном зале. Это, по-моему, последний главарь. Финал игры. Помню. Да. Там защитник короля. Ля-ля-ля, тополя. Десница короля. Не та кнопка. И сюда. Бомбами все покидал. О, отлично, стой там.
Он. Скинул меня. Он толстый, как мразь. Хватит меня сталкивать. Толстая мразь. Видите, он какой овощ, жирная, как поезд пассажирная, блин. Ты, блин, должен замерзнуть был. У меня не осталось хила. Я ему только половину жизни отнял. Всё. Он толстый. Да жути толстый, блин. Еще и машется через всю карту. Блин, сдох. Ну, в принципе, еще на один забег на сегодня хватит. А, дойти до последнего, говоря, за первый заход. Уже вернулся. Похоже, тебе нелегко пришлось. А, ты заметил, что всякий раз, как умираешь, все немного меняется. Можно даже подумать, будто остров живой. Очень странно, не находишь? Да. Блин! Умереть на последнем говоре, ну, конечно, было бы чистой воды везение, что я бы шел в жопу. Тут надо, по-моему, 20 человек, да, убить, не ударившись. В общем, последний говор мне не прощает ошибок. Ну, надо быть немножко поболее скилловым чуваком, чтобы... А пошло оно! Убить его. Ну, и надо бежать на скорость. Чтобы в конце больше клеток получить, надо ускоряться. Ну да. Без мили его реально трудно побить. У меня, в принципе-то, было мили оружие. А, вот это вот молния. А, она что-то... Не внушила мне доверия, блин. Урона всего было 2,5. Это не так уж и много. И там у неё крит выпадал всего на 3-й удар. А, нет, не пойду через то. Я еще не готов к канализациям. Вроде бы сделал все быстро. Да, привет тебе, Звенхандер. О, да, успел, отлично.
Получил немного клеток. Так. Фит. Так, ну и тут либо у нас клинки. Так, последняя связка, которая будет критический урон. 500 урона моя наносит. Оружие я и так наберу. Возьму лучше себе амулетик на шею. Так. Так, и... 30! Блин! Я думал 20. Так, чё у меня? Качаем себе лук. Вообще, было бы... Лучше бы я изначально взял вот эту мутацию. Она позволила бы мне, по крайней мере, выжить. О, блин. Не, её не было. Так, кто-то 35. Типа, чем быстрее проходишь, тем меньше собираешь всяких... Блин, уже получил урон, а. Та-ра-та-там. Так, мы проходим быстренько и... Что тут у нас? Так, все, взяли. Убежали. Люблю критически вот этот клинок ассасина. Бить в спину. Колодец, колодец, дай воды напиться. Разгоняемся. Эй! Так, тут тупик. Пик сказал. Хватит цепляться за края. Отлично, пойдем дальше. Так, так, немножко жизни сразу. Продолжаем, бежим, бежим. Ну ты чё там бесконечно будешь под защитой? Как я ударился об шипы, которые... Бьют вниз. А, чуметь просто можно. Такая подстава, блин. Отлично. Бежим дальше. А ты пошел в жопу! Какого черта такое произошло? Супер бесполезно. Так, погодь, чё там? А. Так, заморозка. А, неплохо пошло.
Так, но мужиков я не убивал, потому что много урона в лицо получил. Что тут у нас? Амулет. Бомба. Так. Что у нас? Что у нас? У нас лук на повестке дня. Лук и 8. Не хочу брать ногу, будет только засорять билд оружия, блин. Мутацию поддержки качнуть. Подержали в руках и хватит. Рация. И сейчас опять этот мужик на мосту. А, тюремные башни, потом мужик на мосту. Надо убить 60 противников, не получив урона. В принципе, задача выполнимая. Главное особо не рачить, и все будет здорово. Просто надо пробежать по всему этому, чтобы найти улучшение, блин. Не хочу читать позже. Он дух, отлично. А и вот он как раз еще один лук. Так, ну давай, катись быстрее, колясика. Кого? Блять. Я тороплюсь, из-за этого много рачу. Отлично, больше силы. Отлично, пали. Погнали дальше. Попробовали один заход по-быстрому и один заход на скорость. Что у меня есть мужика на мосту, убить не так сложно, как кажется. Есть и замораживающая бомба, и могу попробовать даже без урона его пройти.
Опа-на! Блин! Радость меня сгубила. Какой шанс был его убить без... Да. Ну какого художника? Блин. Ловушка. Капкан 3. Собираем. Это бомбы. Что это такое? Классический костюм привратника. И костюмчики открываются? Не знал. Так, еще что? Еще какая-то фигня. Бронз со спины здоровый. Меним. Естественно, я получил урон, мне ничего за это не полагается. И будем еще рано. Рано будем. Классический костюм привратника качать. Непонятно, да? Что с этим делать? А. Я... Тварь! Уроды, блин! Поэтому это место самое бесячее, блин, во всей игре. Просто оф нету. Просто так быстро приходится все делать, блин. Меч такой. Тип 10 последовательных ударов. Я полнейшая. Блять! Ну, ладно. Не то уничтожил. Как так можно, а? Пойти за едой сходить халявный.
меня в запасе есть какое-то количество времени. Да, блядь, пошёл ты в жопу! Жесть какая, блин, ну что значит ходить с оружием? Так. Съем это. Да не, я все съем. Оп! Упади ты уже, хватит цепляться за карнизы. О, сундук. Дай что-нибудь стоящее. Вернул мне заморозку. Что здесь есть? Чё или что-то есть? Да нифига тут нету. Так, и... А, тут что-то есть. А я-то тут допрыгну. Хрен там плавал. Я еще и ключ не нашел. Замечательно. А где дверь с ключом? Вот она. Я все равно успел выстрелить, тупой. Гандёл. Так. Пошло оно все к чертям. Эх, ладно. Это было неудачно. Слишком спешить, людей насмешить. Быстрый лук. Ну, закончим на сегодня на этом. Это было интересно. Первый раз я шел медленно, но верно дошел до конца. Второй раз шел быстро и неаккуратно. И сдох, в общем, как последняя сволочь. Но это было интересно. Я продолжу ее проходить. И пройду, скорее всего, в ближайшем будущем. А кому было интересно, с вами был Алекс Диего, игра Dead Cells. Понравилось? Подпишись на YouTube канал. Ссылочка в описании. Поставь палец вверх, если тебе не жалко. Я желаю тебе всего самого скорого и удачи. Пока-пока.